Премия Steam. Выбирайте номинантов, голосуйте во время зимней распродажи. Победитель вдруг объявлена Валяна. Итак, премия Игра Года. Найдите игру, выпущенную в 2021 году для номинации. Номинировать. Inscription, как вариант. Да какой Potion? Нет, конечно. Ну, Киберпанк, кстати говоря, да. Мне очень понравилось... А Киберпанк в этом году разве был? А, ну да. Мне на самом деле понравился сюжет. Хоть там и дохрена багов и лагов, для меня, наверное, это все-таки Киберпанк. Да, наверное, все-таки Киберпанк. Премия Игра Года в виртуальной реальности. Но пусть будет Эль... Нет? Или как там называется? Виртуальной реальности? Я же не играю в них. Слушайте, давайте тогда догон я номинирую по Лавкрафту, который мы играли. Просто я не играю в VR, но догон я играл, там можно сделать VR. С VR, возможно, это было бы интересным приключением посмотреть на эту историю, без шуток. Мне кажется, нормальный такой мини-аттракцион. Премия «Любимое дитя». Эта игра уже не новинка, далеко позади осталось то время, когда разработчик впервые явили миру свое творение. Как настоящие любящие родители, они не прекращают растить и поддерживать свое дитя. И по сей день в игру добавляется что-то новенькое. Вот это вот важно. И по сей день в игру добавляется что-то новенькое. Это, конечно же, без шуток. Я бы номинировал Rainbow Six, я серьезно говорю. Я восхищаюсь разработчиками Rainbow Six. Игра сначала провалилась, и они ее вытащили из говна, они ее постоянно... Айзек нет, Айзек не добавляет что-то новое, Айзек выпускает DLC, ни хрена нового не добавляет, выпускает частями, и это вообще история не про Айзека. Если мы говорим про то, что в игру добавляется что-то новенькое. Радугу Террария, кстати, еще. Террария еще. Но на самом деле, как я сказал, Rainbow Six реально вызывает у меня только теплые. Хотя в Террарию не особо разработчики добавляют. Премия «Друг познается в игре». И есть такие игры, которые не раскроются полностью, если играть в них одному. Может быть, будет веселее, если вашу спину будет прикрывать друг, или подставить свою спину под ваш нож, это уж кому как нравится. Так или иначе, если вы собираетесь играть в землю... Блин... Но я не играю ни с кем на двоих. Но где это было бы интересно? А Rainbow Six уже нельзя? А, нельзя Доту. Не-не-не. Не-не-не-не. Тут только эти. Hero Among Us, блин. Не знаю. Пусть будет реально тогда Dark этот. Без шуток, пусть будет, наверное, он. Пусть будет Dark Pictures. Я в него играл, по крайней мере. И там, на самом деле, с друзьями, она еще и настроена под две. Так что... Премия «Выдающийся визуальный стиль». Визуальный стиль не должен стремиться к полной реалистичности и достоверности, хотя и сама по себе благородная цель. Он описывает уникальный внешний вид и мироощущения. Уникальный внешний вид... А, Inscription, не-не, Inscription. Вот здесь Inscription, да. Определенно. Определенно Inscription. Премия «Самый инновационный геймплей». Создатели этой игры стоят на передовой творческих экспериментов, свежих перспектив и мозгодробительных сюрпризов. Эта игра восхищала, вдохновляла и развлекала неиспытанное ранее новизной. Блин, честно говоря... Честно говоря, здесь даже не знаю. Я не играл в этом году ничего такого, что могло бы... Roblox нельзя сюда. Я не играл ничего такого, что могло бы прям меня удивить. Ну, наверное, Inscription, да. Опять Inscription, без шуток. Вот Inscription самое вот удивительное было. Премия выдаю... А, только одну... Ну, кстати, интересное было Loop Hero. Жанр изъезженный, но сама концепция геймплея была интересная. Я бы на реально Loop Hero бы сказал. Loop Hero, я думаю.
Лучшая игра, которая вам не дается. Эта игра не для слабонервных. Она вознаграждает упорство, она самая сложная из тех, что нам... Вот это вообще хз. Да Cry of Fear, он на максималке же просто душный. Он не дается. Я сюда поставлю чисто по приколу Pathfinder, потому что она действует по классическим правилам... по классическим правилам этой... Короче, пусть будет она, блядь, я не знаю. Хотя, если быть точнее, давайте даже... Я вот так сделаю. А, или Jump King вообще. Хотя Jump King не дается, я просто не... Да и это мне дается. И что прям не давалось, то пусть будет Jump King тогда хотя бы. Она лучше. А, ее нельзя, да? Да, ну ладно. Пусть будет Alt F4. Лучший саундтрек. Слушайте, в таймлоудере был хорошая музыка. Roll 96 тогда. Да-да. Roll 96. Премия «Лучшая игра с выдающимся сюжетом». Да, мне напомнили Finding Paradise. А его нет. А, Imposter Factory, господи. Imposter Factory, да. А, премия «Устройтесь поудобнее». Эта игра противоядие от напряжения. Она спокойная, она расслабляющая, она погрузит вас в дзен, а ваши заботы исчезнут без следа. Слушайте, ну это и Potion Craft, это и... Time Loader. Лего или Potion? Наверное, Лего более расслабляющая. На самом деле. На самом деле, Лего более расслабляющая в этом плане. Все, чат, вот и вся номинация. Мне кажется, я скупаю игры, чтобы играть в них на пенсии, правда. Я не понимаю. Я постоянно скупаю игры и не играю в них. Я думаю о том, как я буду в них играть, но я не играю. Мне кажется, я реально скупаю на пенсию себе. И когда я буду на пенсии, я такой, ну что ж, пришло время начать играть.